Почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета получит Башкортостан в следующем году на капитальный ремонт школ. На эти же цели в республиканском бюджете заложен 1 миллиард. Об этом сообщил министр образования Айбулат Хажин. Средства позволят отремонтировать 63 здания, в 17 начать работы. За счет федерального центра школы также оснастят современными средствами обучения. На это предусмотрено по 6 миллионов рублей на каждое образовательное учреждение. Задача муниципалитетов до 1 апреля провести все конкурсные процедуры, соответственно, определить подрядчиков, поставщиков услуг. Муниципалитетам необходимо сейчас рассмотреть вопрос организации совместных закупок для нескольких муниципалитетов. Это нам и объединит лоты, соответственно, это будет определенная экономия, причем эта экономия остается у нас. Но и опять же, зайдут серьезные подрядчики. Всего от Башкортостана на участие в федеральной программе было заявлено 365 школ. По объему средств, одобренных на ближайшие два года, республика находится на втором месте после Дагестана. В 2022 и 2023 годах на капремонт образовательных учреждений из федерального центра поступит более 4 миллиардов рублей. При этом республика готова заявить для участия в программе дополнительный перечень школ. По данным Минобра, 50 объектов в скором времени должны получить экспертизу. После этого их заявят на 2023 год.